каждый ребенок должен знать героя, особенно если он есть в его семье. Поинтересуйтесь у своих бабушек, дедушек, пусть они расскажут, что помнят их родители. Юные участники мероприятия, которое прошло в Центральном парке в День памяти и скорби, с интересом слушали и участвовали в беседе. Многим из них дома рассказывали об их героических предках. Сегодня День памяти и скорби. Я могу сказать, что у меня на войне был прадедушка. Вот. И он выиграл Великую Отечественную войну. У меня прадедушка Коля. Он перевозил продукты по озеру, я не помню. Как называется? По дороге жизни. У меня воевал прадедушка, он был в блокаде Ленинграда, он прошел эту войну, но у него было ранение в легких сильное, но потом он прожил 3-4 года, ну и в конце умер. Организаторы мероприятия предложили ребятам пройти почти военные испытания. Дети строили башни, обезвреживали мины и преодолевали полосу препятствий. Все участники программы с удовольствием прошли предложенные испытания. Ребята показали свою ловкость и умение. Этим мирным июньским днем потомки героев абсолютно точно знали, кого благодарить за свое беззаботное детство. Марина Носова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.